Волна телефонных звонков о якобы заложенных бомбах прокатилась по всей России. Сегодня подобные сообщения добрались и до Чебоксар. В интернет-пространстве в районе 11 часов дня стала появляться информация о массовой эвакуации посетителей и сотрудников из торговых центров, административных зданий, гостиниц. Назывались адреса Дома торговли, Звездного, Шупашкара, Лидера, мэрии Чебоксар, ряда гостиниц. У входа в Дом торговли много людей. Это и сотрудники, и посетители. Работа временно прекращена. Сказали, что у нас эвакуация. Была громкая связь какая-то? Была громкая связь. Несколько раз повторяли сигнал? Я, честно, не слышала, сколько раз было, но потому что один раз мне было достаточно, мы вышли сразу. Народу немного. Мы быстро вышли, собрались, быстро вышли. То есть достаточно спокойно? Да, спокойно, без ажиотажа. Мы верим в лучшее. Все будет хорошо. Да, не говори. Вы думаете, это просто учебное? Чуваши, святая земля. Все оперативные службы работали в усиленном режиме. Всего в столице было эвакуировано около 1300 человек. По итогам проверок все сообщения о заложенных бомбах оказались ложными. Взрывных устройств обнаружено не было, сообщает официальный портал органов власти республики. В связи с телефонными звонками о закладке взрывных устройств на объекте города Чебоксары все оперативные службы работают в усиленном режиме. Реализуется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение правопорядка и безопасности на территории республики. Оперативная обстановка в регионе находится под постоянным контролем антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Чувашской республике.